В Петропавловске для студентов университета и учащихся школы честники провели учения в рамках подготовки населения к паводковому периоду. В ходе тренировок были отработаны первоочередные действия населения при ЧС природного характера. Ребятам рассказали о тревожном чемоданчике и его содержимом. Такие рюкзаки, по словам спасателей, должны быть в доме каждого жителя. Кроме того, согласно плану основных мероприятий гражданской обороны Северо-Казахстанской области на 2024 год, утвержденного акимом области, на вышеуказанных объектах проведены учения и тренировки с целью привития навыков органам управления, администрациям эвакуационных пунктов для безопасного проведения паводкового периода 2024 года.